По некоторым причинам мы не можем подписаться, но каждое слово в этом письме чистая правда. И все эти преступления Мануэля только часть того, что мы знаем о нем. Его женитьба на мисс Кларенс была просто фикцией. Ты пишешь слова, которых никто не знает. Что это за фикция? Мошенничество, одним словом, подлог. Так как у него уже есть две жены, брачное свидетельство ему изготовил некий мистер Томпсон, который известен тем, что фабрикует фальшивые фунты и документы. Верно. Вот какой Мануэль человек. Свадебную ночь он отправился грабить бабу. Чем вы тут занимаетесь, ребятки? Пишем письмо его сестре. Она связалась с одним подлецом. Нужно ее предостеречь, пока не поздно. Это очень похвально. Yes. Ну, у вас тут грубая ошибка. Убитый пишется через Т, а не через Д. Ведь говорят, убийство, не убийство. Это ужасная ошибка. Слово «кража» пишется через букву А. Запомните похожие слова. Кража, сажа, грыжа. Надо знать, вы не маленький.